Сотрудниками историко-культурного центра была создана фотовыставка, отражающая тяжелое детство людей, прошедших через войну и голод. На ней представлены фотографии из фонда ИКЦ, музея-библиотеки поселка Володарского, а также из личных архивов жителей округа. Архивные кадры с воспоминаниями людей сохранили в себе память о ленинградцах, которые, невзирая на страшные испытания, отстояли город. Когда ветераны видят себя на фотографии, а если рядом находятся ихние дети, их пробивают слезы. Они вспоминают свои былые годы, и это есть наглядным примером для их детей, внуков. Но они полны гордости за то, что мы показываем этот материал. Галина Федотова родилась в Ленинграде, и когда началась блокада города, ей было всего 7 лет. Сейчас у нее большая семья, дочери и внуки. Несмотря на ужасы, которые ей пришлось испытать в детстве, она улыбается и говорит: «Было тяжело, но сломить нас было невозможно». Мы, ленинградцы, очень такие упертые, сильным духом, не падающим, и никогда не сдаемся. Прошедшие через испытания в детстве свидетели тех страшных дней запомнили ужасы войны на всю жизнь. И сейчас для них особенно важно, что наши современники помнят и чтут подвиг ленинградцев. Живем мы неплохо, живем хорошо. Спасибо еще раз говорю нашему Путину и нашей администрации, Совету ветеранов, которые о нас заботятся, беспокоятся. Ленинский городской округ оказывает поддержку Совету ветеранов. А также проекты служат напоминанием о том, что есть люди, подвиг у которых мы обязаны жизнью. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.